31 марта. Вон к эпидемии. Ищу буран. И к сугробам. Вот таким. Где он там есть? Не, его даже не снять. Ну вот. Вот так вот. С переметенной дороги. Город Кировск. Сейчас буранчик. Поснимаю переметы. Как это у нас тут? Такой кошмар. Кошмарный в конце марта, который никогда не растает. До следующего снега. Ну когда не растает? Когда не растает? Вот так вот. Обратите внимание, вот машина, вот высоты сугроб. 3-5 метров. Че, поехали. Сюда ехала со скоростью 40. Это вот так плохо видно, это и мне так плохо видно. Сейчас пока лампы еще нормальные, пока свет светит. Сейчас дальше без света. Поеду. Так уже быстро не поеду. Что там стоит? Автобус, что ли? Автобус. Вот и все. Приехали. А теперь ничего не видно. А теперь снижаем скорость и крадемся. Нет, так нельзя, там машины. Дальний свет. Дальний нельзя. Вот это видимость, которой нету. Но это еще ничего. Хоть фонари видно. В смысле фары. Фары пока еще видно. Такие переметы, что и нет. Вообще ничего не видно. На аварийках. Так, опять машина. Опять на дальний не поехать. Ой, господи, боже мой. Так, ну тут нормально, не метет. Это хорошо. Еще немного и еще чуть-чуть. Так, вот тут уже. Тут уже печалька какая-то. Еще и такая активная зараза. Включаемся на третью. Что там, за мной тоже кто-то ездит. Хорошо ехать за кем-то, хоть фары видно. Так, тут пока нормально. Пока нормально. Нормально, надо газу прибавить. Газу прибавить. Дорога нечищенная, колея. Колея бросает. Но все равно может что-то быстрее. Потому что потом вот так вот и не видно ничего вообще. Вот так вот зашибись.
аварийки включаем. Так, нормально пролетело. Пролетело со скоростью 40. Так, дальше пролететь надо. Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы. Вот в этот вот я чуть не врезалась. Где он там? Фура стоит. Чего тут стоит? Фура. Сюда ехала, чуть не врезалась. Мести начала прямо перед ней. Вот так. Вот такой у нас март, шашлыки. Что там еще? Шашлыки у всех. Ага. Шашлыки, доехать бы. Дальним пока можно. Пока можно, уже не можно. Немножко осталось. До центральной улицы осталось немножко. Прибавляем газу. Аккуратненько прибавляем. Так. Ой, господи. Ну сюда я еще повеселее добавила. Один перемет попался. Повеселее доехала, точнее. Господи. Слова все забудешь. Русские. И не русские. Спокойно. Сейчас мы все выровняем со скоростями. Ну, тут уже не страшно. Гонять не буду, потому что скользко. Люди ходят, офигеть вообще нужно. Дорожки. Волшебная просто. Человек ходит. Ехать-то замучишься. Куда ходят? Ну ничего, доехала более-менее. Ничего, нормально. Я тоже плохо вижу, потому что не видно ничего. Все, центр приехала. А тут у нас кучки сгребают. Вот так вот сгребут посреди дороги. Ну, нормально. Так, товарищи, то сейчас опять поеду, а сзади гаишники. Он зеленый, надо быстрее бежать. Быстрее бежать на зеленый свет. Так. Еще немножко, еще чуть-чуть. Я приеду. Там снежок вывозит. Везет кому-то снежок вывозит. А у нас во дворе ничего не делается. Скоро утонем. Так, утонем. А пока можно приехать.